скажи там. Всем добрый день. Ну вот видите, какой у нас сегодня плодотворный день. Мы уже второй раз выходим в перископ с моей Масей. Уже занималась на степе, вон идет вся такая. Да? Вся такая уставшая. Уставшая и счастливая. Всем привет. Что мы хотим сегодня показать? Мы хотим показать бутик цветов Марины Петровой. На самом деле мы его показывали уже. А потом лично познакомились с этим замечательным человеком. Она создает всю вот эту красоту. И создает она ее не просто давно, а очень давно. Все эти красивые вещи сейчас я вам покажу. Здравствуйте. Все эти красивые вещи, смотрите, были созданы ей с разными известными людьми, начиная от Элтона Джона и заканчивая звездами российской эстрады. И мы сделали композицию специально для нас. Она нам прислала разные варианты. Сейчас идем их заказывать. Забирать будем? Да. О, вы помните меня по Кока-Бонго? Кока-Бонго — это сказка. Мы скоро там будем. Передать привет Ставрополю. Не, не помню по Кока-Бонго. Ничего, я не помню по Кока-Бонго. Она себя тоже не помнит по Кока-Бонго. Зачем ты красишься? Ты же мужчина. Но это не мешает мне быть дальше мужчиной. Это Алина. Да. Это дочь Марины Петровны. И сейчас мы увидим все, что у нас здесь есть. Это все искусственное, но выглядит как натуральное. Да, моя жена была очень красивая. Как вы тренировались, шикарно. Что у меня с зубами? Они просто такой формы. Приветствую из рудного Казахстана. Она может быть как бы на... Мужчина не красится? Это стереотипы. А вот это будет очень хорошо смотреться. И вот ее, наверное, наборную стойку. То есть вот так вот. Зачем я сделал губы такими? Так уж получилось, но я уже их уменьшил. Они просто у меня еще не доделались. Передать привет хоккеистам из Иркутска. Хоккеисты из Иркутска, вам огромный привет. О, как все красиво. Коко, поздравил с днем рождения? Конечно, позвонили, поболтали. Что-нибудь рассказать о гармонии роста? Есть химия тела на моем канале «Гармония роста», так что смотрите, читайте. Привет с Абхазии. Ларис Патронова, наш друг, да, ждем завтра. Почему ВК не добавляю? Надо у супруги узнать, это она добавляет. Импланты с ягодиц никогда не беру. Спасибо. Как ты поменялся после операции? Как? Пока чувствую себя вяленько, а так все очень хорошо. Скажи, ты супругу надо операции сделать или она сама так решила? А вы как думаете? Вы можете мне показать хотя бы одну женщину, которая откажется быть красивой, сделать себе то, что, о чем она мечтала, изменить фигуру, как она мечтала, и видеть себя и чувствовать такое, какое все в ее мечтах? Вряд ли. Привет с Астрахани. Астрахань, привет. Так, идем смотреть вживую, что у нас. Передать привет Бердичеву. Передал. Тайские каникулы 3 будут? Я очень в это верю и надеюсь. Вы откажетесь от любой операции? Ну, значит, у вас все в порядке, либо вас все устраивает. Это ваш личный взгляд на мир. Привет с Электростали. Меня устраивало, я предложил, а у нее всегда было точно понимание, что бы она хотела сделать. Поэтому мы вместе двигаемся по жизни так, как нам нравится. Украину? Почему? Можно и Украину. Как найти мой канал? В Ютубе забиваете Саша Шпак и сразу попадаете на мой канал. Обустроил новый дом. Но вот это последняя деталь обустройства нашего дома. Кто я по гороскопу? Барашек. Как же реалочек Куб мира? Не знаю, ребят, я футбол, честно говоря, не смотрю, а когда раньше смотрел, да, мне нравился. В последний раз брифопластику делал как? Шикарно, все хорошо. Станотяга с жгутами дает толк? Для взрыва, возможно. Меняться нужно не с операцией, природа что-то дала, то и нужно ценить, а не кого себя. Прекрасно, давайте оставим волосатые подмышки, желтые зубы, запах изо рта и волосатые другие места. Если вам так нравится, я могу уважать вашу точку зрения, но не надо навязывать ее мне. Так, что у нас здесь? Горшок выбираем. Горшочек? Горшочек очень важен. Качество, как у нас представлено. Вот эти лучшие. Какой у тебя рекорд, Джимми Лежа? 202,5 на 2 без экипировки. Большой теннис начинал когда-то играть, но это было давно. Максимальная тяга у меня небольшая, она у меня 260.
Ну вот видите, вы чистите зубы, бреетесь, а это ведь тоже не то, что нам дала природа. Зачем бриться и делать это? Природа сама должна решить, какие должны быть зубы, когда они выпадут. Поэтому давайте эту тему опустим и просто порадуемся цветам. Каждый такой, какой он есть. Я же вас не суждаю, а вы пытаетесь мне присунуть. Цены? Цены не дешевые. Цены не дешевые. Сейчас покажу вам, какие цены. Как я отношусь к дредам? Не знаю. Лично мне они чешутся. Цены примерно вот такие вот. Служил ли я в армии? Нет, у меня были сборы после института. Если гинекомастия началась, гинекомастия – это доброкачественная опухоль молочной железы, она все равно подлежит удалению. Пальму? Покажем пальму. Так. А. Цен не видно. Лучше вам их не видеть. Но все дорого, ребят. Все дорого, но искусство, оно всегда дорогое. На кого учился? На финансового менеджера учился. Потом рынок ценных бумаг, как эксперт по ценным бумагам. Беларусь, приветствую. На ягодицы в домашних условиях. Выпады, приседы. Можно взять 2 баллона по 6 литров, встать на ступеньку и, соответственно, делать становую тягу. Сколько ем белка? Немного, на самом деле. Не более 2 граммов на килограмм. Я не люблю много белка есть. Я вообще ем по желанию больше. Это Питер, да, на выезде из Питера. Мы теперь живем практически за городом. Сколько вот эта ваза стоит? Смотрите, вот эта ваза стоит. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. Вот столько. В каком салоне делаю маникюр? Я делаю его на дому у Ольги. Это не дом, у нас квартира. Но и она еще не своя, она еще ипотечная. Походить в домашних условиях максимально быстро. Это уже сделано, сделано видео, диалог с сиськами, это вторая часть. И, соответственно, я там рассказываю этот вопрос, там есть, все о нем есть. 2 через 2 можно сделать массу с Кокляевым. Осталось 2 недели до нашей встречи, мы там будем 4 дня, и Лешу Серебрякова увидим, и еще многих ребят, с которыми хотелось бы познакомиться уже лично. Вы можете поверить, что все это не настоящее? Конечно. У нас ипотека, ипотеку мы обслуживаем, а покупаем цветы. Меня не напрягают кредиты, они дают возможность мне дальше работать. Что с кольцевым случилось, я не знаю, что это такое. С кем больше всего подружился на тайских каникулах? Да практически совсем. Со Славой Ригертом очень мило общались, с Коковым мило общались, с Ксюшей Шанькиной, с Димой, со всеми общались. Что с Кокляевым случилось? Да ничего, вроде сейчас с ним все абсолютно в порядке. Ребята, посмотреть на меня, но я не знаю, по-моему, смотреть на цветы приятнее, чем смотреть на меня, нет? Меня и так везде много в интернете. Невский будет на тайских каникулах, это будет просто, наверное, улет. Почему такие цветы дорогие? Ну, потому что это качественно сделанная работа. И эти цветы аранжированы многие фирмы в городе и многие загородные дома. Потому что создать натуральным орхидеям такие условия, чтобы они жили долго, но практически нереально. Не учили выплатить ипотеку? Если сегодня выплатить ипотеку, завтра накопить на машину, то у вас все это будет много лет спустя. А мы хотим все сейчас, сегодня. Вы разве не заметили? Мы оба нетерпеливые. Что я, что моя Масяся. Кто вы? Первый раз вижу? Это на самом деле интересное заявление. Мало людей меня видит первый раз. Инсулина поджелудочно зарастает жиром, но смотря сколько по продолжительности вы делаете инсулин. Так, все, мы уже начинаем дособирать букетики. Мы уже даже второй раз сегодня вышли в перископ. У нас букетики что? Будут только после среды. Все. Со всеми увидимся попозже и будем показывать вам, как мы уже будем забирать всю эту конструкцию. Сейчас нам надо закончить четкое понимание того, что мы хотим. Все, мальчики, девочки, всем огромное спасибо. Мася, помаши ручкой. Все, до новых встреч. Всем хорошего дня, хороших выходных. И будьте хорошими мальчиками и девочками на 23 часов. Все, пока. Мася, та трансляция у меня не заканчивается. Не заканчивается трансляция. Что делать? Пока. Все, поехали домой. Все, спасибо, до среды. Сланиваюсь, договариваюсь.